Вопрос, как вы относитесь к качеству наших дорог? Вот. Наши дороги стали очень качественными. Хорошо чистят ребята, работают днем и ночью. Молодцы. А раньше как чистили благоустройство? Скажите ответ. Еще раз, пожалуйста. Победа чистит Алена. Раньше качество, да, было другое. Сейчас ребята молодцы, просто довольны. Нашим дорогам и этой компании я очень доволен. Спасибо. Нет, спасибо. Не надо, вас, не вы надо скажите меня. Просто, вас устраивает качество да, проезжей конечно. Части? Да, конечно. Спасибо. Вот вы как пешеходы, что скажете по состоянию дорог на сегодняшний день? Вот новая компания сейчас у нас работает. Ну, на сегодняшний день, конечно, хорошо все чистит. Все тротуары чистые, все дороги. Хорошо. Не то, что как до Нового года было это все. А до Нового года какая компания чистила? Ну, я не знаю. Бардак, короче, полный был. Вот сейчас вообще хорошо чистит, короче. Сейчас хорошо. Люди даже все довольны, все говорят. У вас своя машина есть? Есть. Есть. И проблем нету, да? Проблем нет сейчас. Нет. А раньше, блин, вообще, едешь, можно запусковать где-нибудь. 4-6 утра уже все почищен. Ночью, вот хорошо. Ночью работает, да? А вы сами видели, что они ночью работают? Да. Да, видели, работает. Хорошо, молодцы. Дороги чистые. По 4 трактора, короче, ездят постоянно. Ага. Один за другом, эскорт. Спасибо. Вы как таксист, что скажете по уборке территории центральных дорог? Центральные дороги сейчас намного лучше, чем раньше было. А чем это, когда благоустройство делало, да? Да, да, да. А внутри вот дороги как? Ну, во дворах ужасно. Ужасно? Да. Ну, это вина остается. Ну, вот еще напротив поликлиники зубной, там бы вот почистили хорошо. Ага. Потому что там машины много ставят, в два ряда, и невозможно проехать. А ГАИ за то, что остановимся на дороге, нас штрафуют. Ну, они это услышат. Спасибо. Пожалуйста, всего хорошего. Ага. Ну, как вы считаете, наша вот сейчас вот, которая компания работает по уборке дорог города, справляется со своими обязанностями? И что было раньше? Альфа-строй, который пришел в наш город взамен ООО «Благоустройство», выполняет свою работу добросовестно и честно. Можно это заметить по городу. Раньше ООО «Благоустройство» выпускало свою уборочную технику только в дневное время, тем самым мешая транспорту, пешеходам, оставляя за собой, так сказать, узкие полосы прохода. А в настоящее время уборка ведется по ночам, 3-4 белоруса идут друг за другом, и полностью за один проход очищает дороги, что очень нравится не только пешеходам, но и автомобилистам. Ну, последнее время можно заметить, что тротуары очищены в полную ширину, что раньше такого не было. Трактора ООО «Благоустройство» были очень старые, дымели. Ну, невозможно было даже смотреть на внешний вид тракторов. А в данное время красивые трактора, автомобили, у них новые КАМАЗы. И видно, что они добросовестно и честно выполняют поставленную перед ними задачу по уборке снега. Спасибо. Ну, как видим, снег не вывозится до сих пор. Кучу сгребли. Альфа-строй рада бы вывезти, по их словам. Но... Не подписывают они, Габдулин. А за бесплатно вывозить? Кому это надо? Как мы видим, дороги нормальные. Чистится все. Машины работают, трактора работают круглосуточно. Улица Трактовая. Улица Юбилейная. Улица Нефтяник.
огромные кучи снега лежат вдоль дорог. Но это не удивительно, так как смета на вывоз снега не подписана. Это уже на вине. Это уже вина Габдуллина. Снег так и будет катиться. Обзора при выезде нет никакого по сторонам. Куча везде. Улица строителей. Чистые дороги. Широкая, удобная. Снег лежит. Габдуллин, подпиши смету, блин. Габдуллин, подпиши смету, чтобы этого не было снега. Идеальные дороги. Улица Ленина. Теперь состояние, дорог во дворах, которые занимаются у нас местные компании. Как мы видим, качество отличается намного, но тем не менее они пишут претензии в больших количествах. Вот, едем, смотрим. Как работают местные коммунальщики? Ни хрена они не работают. Они любят только деньги получать. Вот так это. Показал вопрос. Жители города положительно относятся к новой компании. Так что чиновников из администрации, то в случае наезда, необоснованного наезда, соответственно, мы будем поддерживать ту компанию, которая действительно работает. Они занимаются чисто отъемом денег у населения. Как это было раньше при благоустройстве и других управляющих компаниях, подобных Ремжилстрою, под руководством Остальцева, Газединова и ихнего пахана Габдуллина. Так что будем готовить соответствующие запросы, бумаги, документы. Правозащитные движения будут защищать работяг. Делайте выводы, чиновники. И создавайте волну противодействия против себя.